Хей, братишки, в новой обстановке с новым подгоном. Для этого видео мне предоставили три простейших плагина для After Effects и частично Premiere Pro, который 100% понадобится любому контент-мейкеру. К тому же, один из них я разыграю среди зрителей этого ролика, так что не собираюсь тянуть резину. Погнали! Все три плагина работают через расширение Atom X, поэтому без него не обойтись. Скинем файл на рабочий стол и запустим специальный установщик подобных расширений. Ссылку на него оставлю в описании. Жмякаем на файл, Open, и выберем файл Atom X. Install. Ну и установка на этом готова. Теперь о самих плагинах. Первый — это Text Presets. С помощью него можно анимировать любой текст. И да, все эти три плагина платные. Если у вас есть сомнения, покупать или нет, то можете для начала пробовать бесплатную версию. Благо, автор позаботился об этом. Ладно, давайте теперь покажу, как установить сами плагины. Вот архив от Text Presets. Здесь нам необходим файл Package. Для вашего удобства советую на каком-то из дисков создать специальную папку Atom X, где вы будете хранить все эти плагины. В ней создадим папку с названием плагина и скинем файл из архива. Ну и можно уже запустить After Effects. Чтобы анимации работали корректно, откройте вкладку «Файл», «Project Settings», «Expressions» и ставим «Legacy Extended Script». Ну и далее по классике. Заходим в «Window», «Extensions», «Atom X». Прикрепим окно справа для удобства. Кликаем по «Install». Находим папку плагина. И откроем файл формата «Atom». Далее понадобится ввести почту и ключ активации. Следом я выбираю первый пункт. И на этом плагин готов к работе. Что же, как говорил ранее, здесь находится анимация текста. И работает это следующим образом. Создадим композицию. Добавим любой текст и оформим его по желанию. Чтобы поместить текст посередине, зажимаем Ctrl, Alt, Home и далее Ctrl, Home. Теперь смотрим, чтобы у нас был выбран слой текста. Находим анимацию, что понравилось. При наведении появятся эти три значка. Первый добавит только анимацию появления. Третий – окончание, ну а посередине – оба. Ну и вот анимация. Если двигать эти маркеры, можно ускорить или наоборот замедлить появление или исчезание текста. В целом, вроде это все. Как и сказал, простые плагины, применение которым безграничны. Ну и перед тем, как отойти к второму плагину, хочу с вами кое о чем поделиться. Не будет секретом для моих подписчиков, что в последнее время у меня есть некий интерес к простым видеоредакторам, в которых новички могут получить базовые знания монтажа. Так вот, нашел для вас новый видеоредактор под названием Filmy, который, как упомянул ранее, является простым и со щедрой ценой, к тому же скидки. В самом редакторе есть самые базовые функции, как импорт файлов, обрезка, кроп, ускорение или замедление видео, настройка самого видео, по типу небольшая цветокоррекция и изменение масштабов, также настройка звука. Ну и конечно, куда без доп. Функций, как фильтры, анимации, стикеры, переходы, текст и музыка. Ну а самая главная фишка программы — это Fast Video для создания слайд-шоу. Работает это следующим образом. Выбираешь нужный проект, импортируешь несколько видео нужных размеров и готово. Можно сразу это экспортировать. Короче, если хотите опробовать Filmy, то ссылочку на скачивание я оставлю в описании, где вы, кстати, получите 3 месяца бесплатной лицензии и еще скидка 75%. Ну а вот теперь погнали к нашим делишкам. Второй плагин называется Big Pack of Typography, в котором уже собраны готовые анимации текста со своей стилистикой. Установка плагина на базе Atom X абсолютно идентична с тем, что я показал ранее, поэтому этот шаг пропустим. Что же, в самом плагине есть более 350 анимаций, в разных категорий, под разные задачи. Плюс к этому еще и 80 пресетов для текста. Что же, это работает также крайне просто. Создаем композицию. Добавим анимацию, что понравилось. Чтобы отредактировать анимацию, выбираем сам источник на таймлайне и кликаем по Customizer. Здесь возможно поменять цвета, убрать задний фон, изменить позицию по осям и размер. Во вкладке Edit Text также и надписи. Ну и если нажать здесь на карандаш, то откроется начальная композиция, где можете настроить все источники, если вы в этом прошарены.
С этим все, так что поехали к следующему плагину под названием Shape Elements Library, который я и разыграю среди вас, зрители. Правила участия, как обычно, найдете в закрепленном комментарии под видео. В данном плагине присутствуют Shape элементы разных форм, стилях и анимации, плюс к этому 2D переходы, звуковые эффекты и также две версии плагина. Одна для After Effects, а вторая для Premiere Pro. И это прям крутое экономия времени, когда подобный плагин всегда под рукой во время монтажа. Собственно, в архиве плагина есть именно две версии, для AE и PP. Пожалуйста, не путайте. В Premiere Pro установка абсолютно идентична, как в AE. Идете к Windows, Extensions, Atom X. У меня уже установлена версия плагина для AE, которая, конечно же, здесь работать не будет. Поэтому добавлю нужную версию. Вставлю ключик и готово. В примере не нужно нажимать Apply, а просто переносить нужный элемент на таймлайн. Ну и, конечно, кастомайзер также работает. Что же, где можно применить подобные элементы? Ну, по факту везде, докуда соображалка доходит. Лично я использую их, чтобы акцентировать внимание на мои действия. Допустим, клик мыши или текст, на который нужно обратить внимание. Но обычно моушн-дизайнеры юзают их для дополнения анимаций. Давайте покажу пример. Добавлю какой-то текст. Накину на него пресет, то бишь анимацию. А далее добавлю шейпы снизу текста. В After Effects еще работает такая фишка, что если уменьшить размер слоя с шейпом, то она не обрежется, а анимация просто ускорится. Of course, это работает и в обратную сторону. Также могу оформить это и переходом. Да, это самый что ни на есть грубый пример работы с шейпами, но для кого-то это покажется весьма неплохим интро. Вдобавок, не стоит забывать, что в паке присутствуют и звуковые эффекты, которые могут дополнить ваши анимации. Ну и это были те самые три плагина, которые я хотел вам показать. Тезисно про расширение Atom X. Это бесспорно полезный инструмент, где несколько создателей загружают свои плагины и пресеты. Упомяну, что их можно рассмотреть в этом магазинчике. Помимо того, что здесь их можно купить, у некоторых из плагинов, в том числе те, что показал сегодня, есть пробные бесплатные версии. Вкратце, очень удобно, так что лайк. Окей, всем, кто досматривает мои ролики, респект, не болеть вам. Если кого-то интересует, почему я поменял свое местечко, то я решился на ремонт в студии. Наконец-то поменяю пол, уф, будет топово. Когда водила протянул аукс, я включу, все мои волки делают уф. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на мой инстаграм и везде, где можно. Ну, а с вами был Official, не проебывайте время зря, всем удачи и пока.